основная цель моей жизни — служение. Чтобы это ни было, велосипедный евангелизм или занятие спортом, я желаю таким образом рассказать людям о Боге и прославить Его святое имя. Большинство студентов, обучающихся в Марушевицкой адвентистской школе, не являются адвентистами. Когда мы пересекаемся с моими учениками на различных школьных мероприятиях или организованных мною велосипедных прогулках, экскурсиях, у меня появляется замечательная возможность познакомиться с ними ближе. Моей главной задачей как пастора является общение с людьми. Я стараюсь использовать любую возможность, чтобы помочь этим ребятам подружиться и стать одной командой. К примеру, мы часто устраиваем вылазки на природу. Это благотворно влияет на здоровье ребят и в то же время объединяет их. Я молюсь, чтобы эти молодые люди пережили особый опыт встречи со Христом, чтобы они осознали, что христианство — это прежде всего личные отношения с Богом, отношения, приносящие благословение. Все, что вам нужно, чтобы присоединиться к нам, это велосипед. Неважно, сколько вам лет. Главное — желание. Обычно, во время наших прогулок, мы делаем привал в каком-нибудь живописном месте и, наслаждаясь природой, созданной Творцом, размышляем о творении, о всех земных существах, населяющих нашу планету. Очень часто в такой неформальной обстановке молодежь раскрывается и сближается друг с другом. Им не нужно надевать маски и притворяться. Они начинают задавать вопросы, которые, возможно, не возникли бы при других обстоятельствах. Таким образом, у нас появляются темы для беседы. Молодые люди получают ответы и понимают, что мы в них искренне заинтересованы. Многие миссионеры, подобно Дэйн, используют свои таланты, чтобы нести весть о Христе по всему миру. Всякий желающий может присоединиться к ним для исполнения великого поручения. Господь наделил каждого из нас особым даром. Каждое утро нам необходимо перепосвящать себя на служение Богу. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Молитесь, пожалуйста, за адвентистские учебные заведения во всем мире, чтобы люди, которые в них учатся посредством нашего служения, смогли открыть для себя библейские истины и обрели свой опыт хождения с Господом.